с вами художник гример Денякина Светлана. У нас сегодня модель Геннадий. И мы делаем с вами... Что же мы делаем? Конечно же, мы учимся клеить усы и бороды. Поехали! Итак, клеим мы наши усы и бороды самым обычным классическим способом – на сандарачный клей, который состоит из спирта и смолы дерева сандарак. Тонким слоем наносите сандарачный клей в зону приклеивания, предварительно ее обезжирив спиртом. Затем, после того, как вы нанесли клей, нужно подождать полминутки, чтобы испарился спирт и клей более вязким стал. Прижимаем усы и делаем легкую улыбку, чтобы усы слегка были натянуты. Ну, в данном случае у нас Геннадий не слегка улыбается, а очень сильно улыбается, потому что усы ему потрясающе нравятся. Затем, смотрите, мы слегка проходим по цвету усы тенями, чтобы забить, если где-то просветы от тюли видны. Хотя тюль на самом деле основку не должно быть видно. И слегка подстригаем, делаем форму, потому что иногда, конечно, усы сильно на верхнюю губу нависают, поэтому хорошо ее немножечко подровнять, чтобы они не мешались, и создать любую форму, которую вам нужно. Усы и бороды – это самый простой способ изменить внешность мужчине. Поэтому смотрите дальше на наши эксперименты с Геннадием. Девушки твои, если ты отпустишь усы, да усы, если ты отпустишь усы. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. А ты такой красивый с бородой. Моя бородка.